многие девушки обращаются убрать комки биша только из-за того, что, ну, это модно. Но на самом деле хирург должен решать, нужно удалять это или нет. В каких-то случаях, если, допустим, скуловые области хорошо развиты и такие толстоватые щеки, то да, можно резицировать жировые комки биша. Если же девушка хочет наряду с тем, чтобы уменьшить щеки, еще и увеличить скуловые возвышенности, то можно не удалять, а перераспределить комки биша. То есть создается карман чуть выше, выделяется комок, и не отсекая его, на питающие ножки переместить и зафиксировать. Так что это хорошая операция, оно из разряда бьютификации, то есть сделать лицо более красивым. И это действительно делается только хирургом. Почему? Потому что там есть опасности повреждения как щечной и скуловой ветви лицевого нерва, и что не менее безопасно, это риск повреждения протока околоушной слюнной железы, так как разрез делается буквально рядом с устьем протока околоушной слюнной железы. То есть массу можно получить осложнений, и потом никак не объяснит этот специалист, почему он внедрился, не будучи хирургом, в эту область.